Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Volkswagen Jetta. Вот этот автомобиль. Одного крыла нету, фар нету. С виду страшноватенько, но удар несерьезный. Лонжероны, сиды на месте. Итак, капот, фары, решетку меняем. Правое крыло оставляем, здесь немного подремонтируем. Бампер оставляем, левое крыло меняем. Ну что, разбираю. Итак, разобрал, теперь делаю измерения лазерным уровнем, определяю высоту лонжеронов и остальных элементов. Лонжероны, как можете видеть, на месте, ну а вот эти полочки придется подрихтовать, что я и делаю. Итак, с полками я закончил. Теперь сделаю еще одни измерения, проверяю диагонали и приступаю к ремонту к двери. Похожая дверь уже была на Пассате, но еще раз показываю. Дверь ремонтирую с крылом. Устанавливаю крыло, чтобы сделать контур двери. Так, крыло установил, и теперь вы можете видеть, насколько загнут контур двери. Сейчас я его сажаю на место, затем снимаю крыло и при помощи споттера равняю дверь. Итак, дверь я сделал. Теперь вставлю обратно крыло, ну и остальные элементы переда. Примеряю и уже скручиваю. Итак, скрутил всю морду. И на этом работа с железом закончена. Я разбираю все обратно. Шпатлевка
поклею, грунтую, крашу. Ну что, друзья, ремонт этой машины закончен, и на сегодня, пожалуй, все. Спасибо, что смотрите мои видео, подписывайтесь на новые. С вами был Артур. Пока!